Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья, сестры. Наткнулся на одно видео, где один суфист, сидя в каком-то заведении, полностью укомплектованный, предлагает из своих уст скверные слова, наговаривая на ученых. И в этом видео он сказал такие слова. Говорят, неужели год вы не видите, кроме них, других ученых? Мы отвечаем тебе. Мы не видим никого. Знаете почему? Потому что эти люди оставили после себя такое наследство, которое заходит в сердца людей, не принуждая. В их словах, в их речах, в их книгах каждый человек может найти себя. Каждый человек, для каждого человека становится ясно, едино Божие, таухид. В словах этих ученых есть только мудрость. И каждая цитата одного Ибн Кайма, достойна до того, чтобы сверкались на каждом баннере по всему миру. И чтобы каждый человек читал ее, и он обязательно будет из нее извлекать пользу. Не видим никого. Мухаммад Абдуллах ат-Тамими. Его учение по сей день изучают в школах взрослые, маленькие, женщины. Именно книги Мухаммада Абдул-Вахаба опровергают таких мушриков, как три и тебе подобных. Именно его книги не дают спокойно спать тебе и тебе подобных. Я в Аллахе. Аллахе, говорю, у тебя жизнь спокойная не будет. Вопрос. Неужели вы, о сборище, не смогли за все время существования этой идеологии, тариката, написать ничего, кроме газеты «Ассалам», где на первых страницах красуется рецепт от простуды? В Аллахе! Если же книги Ибн Кайма и книги Мухаммада Тамими Абдул-Вахаба продаются в маркетплейсах, и они распродаются уже в течение сколько лет, сколько они есть, без какого-либо принуждения. Их не продают в переходах в станциях метро, как это делаете вы, пихая людям, говоря, какую сумму дадите, так и мы отдадим им, давя на жалость на людей, зарабатывая на этом деньги. Эти книги так не продаются. Вы не увидите во всей России на переходах метро, чтобы кто-то приходил к вам с книгой «Три основы». Или же «Китабу Таухид». Или же «Недуги сердца» Ибн Кайма. Или же «Снаряжение терпевых» Ибн Кайма. Или же «Акидат Васиди» Шейх Ислам Ибн Таймия. Эти книги – это море. И авторы их не являлись светочами. И авторы их не являлись самыми лучшими людьми на тот момент, которые жили. И про них известно. А что вы сделали, о сборище? Кроме как называете людей плохими словами, оскорбляя их, унижая их. Грош цена вам. Какой результат вашего призыва за все время нахождения за этой организацией? Что вы приобрели, кроме как разногласий? Все дошло до того, что женщина начала вами командовать. Какой результат молодежи? К чему катится молодежь? Ближе к вам она становится или же отдаляется она от вас?